В совещании приняли участие представители власти и отелей, которые построены вблизи Олимпийского парка. Именно владельцам гостиниц и предстоит следить за состоянием прибрежных территорий. Схема распределения пляжей была утверждена еще 2 года назад, но на данный момент только одна компания предоставила проект. Каждый отель имеет право выбрать тот проект, который ему более приемлем. Это либо заключение договора аренды площади гидротехнического сооружения, то есть набережной, вместе с пляжем, либо договор на благоустройство с муниципальным учреждением. Третий вариант – это управляющая компания. С инициативой взять в аренду всю набережную в Имеретинской низменности уже выступило одно предприятие. Мы можем создать управляющую компанию. Это акционерное общество, может быть, это управляющая компания, которая будет этим всем заниматься. Передать ей в аренду эти территории, а она будет с вас брать плату за пользование. Но это идеальный вообще-то вариант. Но только мы боимся, что мы к этому еще не привыкли. То есть, я называю тот опыт, который существует у нас в мире, да? То есть та же Италия или Испания, где как бы пляжным территориям уделяют огромное внимание. Также мэр добавил, что пляжные территории Имеретинской низменности должны быть оформлены в едином стиле. На пляжах обязательный свободный проход для всех, а также безбарьерная среда для маломобильных граждан.